Здравия желаю, уважаемые братья и сестры. Сегодня у нас БТГ-обогрев на комфорте, комфорка 1.8, вот под этой крышкой. А сверху для аккумуляции увеличения объема теплового вещества крышка. Применяет салатор. На латере, как видите, 100 ватт, или около того, 101-102. Вот. А система выдает, сама комфорка, намного больше. Значит, латер только подает плюс и минус вот на эти провода. Нагрев этой крышки, ребят, 400 градусов. То есть можно прогревать огромное помещение до 100 и выше кубов. Смотрим. Показания прибора 127. Дальше. Обратный ток 168. Вы видите, что ток, который выдает сама комфорка, более чем ток, который выдает латер. Специально мы его отрегулировали на такую сумму тока. Поэтому расхода нет. То есть реактивный ток выше активного. Расхода нет, а нагрев идет. Мало того, мы еще отдаем более 40 ватт назад в электросети. То есть, когда мы подаем 100 ватт сюда, то система, там, комфорка, спираль, вырабатывает 170 почти. Ток системы вот выше. Поэтому отсюда, ребята, вот по этим проводам, вот черный, видите, красный плюс, не проходит. А плюс и минус здесь стоит. Плюс-минус она берет, то есть разность плотностей, и на ней работает. Сюда она и не идет. Обратно, ребята, она выталкивает до сюда. С комфорки, ток комфорки выше. Вот сюда выталкивает, а обратно через... Латер тоже не проходит ток. Почему? Так здесь сделано, что только в одну сторону сюда. Значит, сюда ток, ребята, к источнику питания, вот по этому проводу, вот питающий провод, не проходит. Возвращается назад. А здесь он стоит, и сюда он не проходит. И обратно не... И сюда не проходит. И обратно не проходит. Поэтому он, ребята... возвращается по этому черному проводу назад в электросеть. Почему он не проходит? Потому что здесь меньше выход, чем это вырабатывает. Ток, ребята, идет в ту сторону, где меньше, а не где больше. А у нас здесь больше, а тут меньше. Вот как у нас. Поэтому ток возвращается отсюда. Наш ток не проходит сюда, возвращается назад через этот провод. А мы работаем на своем токе, применяя латер. А сейчас я покажу схему этого замечательного изделия. Итак, ребят, схема изделия. Комфорка открытая, 1.8 кВт. Ну, просто открытая спираль. Сверху железная крышка. Она нагревается до 400 градусов. Латер настроен на 100. Ну, тут 124, это еще там счетчик. Берет там какие-то токи за латер и так далее. 124 получается. То есть латер подает сюда 124, но комфорка подает 164, вырабатывает. Значит, ток идет в обратную сторону, сюда. Но через латер обратно он не проходит. А этот ток из сети тоже не может пройти, он больше, чем вот этот ток. Он 124, а тут 164. Значит, он тоже возвращается назад. То есть расхода нет, и у нас еще ток возвращается назад. Благодаря этой системе мы сможем, ребят, бесплатно отопить помещение до 100 и выше кубов, потому что она очень сильно нагревается. Но это безопасно, потому что она лежит, комфорка лежит на листе железа, специально, чтобы ничего не было пожара. А сверху тоже прикрыто железной крышкой. То есть пожара тут быть не может.
Благодаря этой системе мы сможем бесплатно отопить помещение до 100 и выше кубов в зимнее время. А сейчас, уважаемые братья и сестры, я хочу вас поблагодарить за внимание и понимание и пожелать всем железного богатырского здоровья, а также исполнения всех ваших желаний.